В день празднования памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, более известного в народе как храм Гроба Господня, глава Екатеринбургской митрополии совершил богослужение в ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Здесь пока нет постоянного храма, поэтому божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил во временной церкви похвалы Пресвятой Богородицы. В храмах, посвященных памяти обновления храма Воскресения в Иерусалиме, в день престольного праздника совершается богослужение по пасхальному чину, что является совершенно уникальной и удивительной особенностью этих церквей. Вот и в честь престольного торжества прихода Воскресения Христова на Ботанике служба совершалась, как говорят, по-красному, по-пасхальному. И благослови достояние Твое! Духовенство облачается в красные ризы, а во время совершения божественной литургии храм оглашают ликующие пасхальные возгласы. Христос воскресе! Христос воскресе! Приход воскресения Христова зарегистрирован уже больше 10 лет. И все это время община скиталась по неприспособленным помещениям, которые предоставляли местные благочестивые предприниматели. Теперь жители надеются, что в обозримом будущем у них появится постоянный новый храм на перекрестке Екатеринбургских улиц 8 Марта и Шварца. А пока прихожане молятся во временном храме похвалы Пресвятой Богородицы. Маленький храм у нас появился свой. Уже радуемся. Вот на 80 тысяч населения на Ботанике, ну вот у нас храм есть. Вот. Ну хочется верить, что годика через два здесь настоящий храм станет. Но думаем, помощью Божией годика через два храм станет. Если храм на крови за 3 года поставили, ну уж, наверное, на Ботанике поставят. С Божьей помощью. Очень рады, что здесь у нас на Ботанике сейчас появился временный храм, но и в скором будущем, надеюсь, появится такой уже большой храм построят. Очень удобно, что поставили здесь детскую площадку, потому что детей много причащается. И это дает возможность родителям спокойно помолиться, и дети будут заняты и не будут родителей отвлекать. Мы также в нашем районе ждем построения храма Воскресения Христова. Поэтому это также наш праздник. Поэтому здесь собрались и об этом тоже, чтобы у нас появился в районе храм такой. Правящий архиерей молитвенно поддерживает свою паству. Он уже во второй раз в этом году посетил приход в ботаническом микрорайоне. Это большое-большое событие. Единственный храм, в котором в этом году он приезжает уже второй раз. Не каждый храм есть такая возможность, чтобы правящий митрополит приехал к нам и провел службу. У нас он уже второй раз за год появился. Мы очень этому рады, бесконечно. Служба замечательная, шикарная просто. Я со своей стороны желаю всем нам, чтобы у нас также появился этот Божий храм, храм Воскресения, который был бы для нас залогом нашего воскресения к новой жизни нашего города. Христос строит храмы и церковь свою из сердец живых человек. Когда мы вернемся своей жизнью, своим образом нашего мышления, своим покаянием, своим обращением к Богу, вернемся к Нему, вернемся к Богу живому, настоящему и подлинному, который строит через людей Божьи храмы, тогда мы с вами также увидим и храм Воскресения Христова, и храм Святой Екатерины, и многое другое, что можем увидеть в нашем городе, когда истребим из своих душ непрекращающуюся гражданскую войну. Человек, живущий на земле, должен жить в радости и красоте. А Божий храм всегда являлся центром этой красивой, настоящей и подлинной жизни. Желаю Божьей помощи всем вам в этом устройстве приходской жизни, строительстве святого храма. Будем надеяться на то, что милостивый Господь даст нам своими глазами и здесь узреть храм Воскресения Христова в городе Святой Екатерины. Храни вас Господь. Спасибо. Христос воскрес! Христос воскрес!